Накануне в центре Нижнего Тагила молодая мама с младенцем в коляске и с 5-летней дочуркой спешила в детский садик и, проходя мимо старой трехэтажки на улице Карла Маркса, из-за плача грудничка, проснувшегося от того, что колесо коляски наехало на дорожную кочку, подверглась атаке и не только словесной, истеричной жилички. Сначала из-за полуоткрытого окна на третьем этаже неадекватка истошно заверещала, обмочерила и прокляла и мать, и младенца. А когда родительница, назовем ее Екатериной, наклонилась над коляской, чтобы успокоить плачущее дитя, ей на спину рухнул выброшенный неадекваткой из окошка предположительно пакет с мусором. «А если бы она бутылкой в голову запустила?» — сообщила позже в возмущенных комментариях тагильчанка. Но в тот момент ей было не до словесной полемики. Молодая мама по-быстрому покинула опасную зону и лишь после этого достала из кармана мобилу и сняла финальные аккорды законной истерики, неадекватки, чтобы было чуть позже, что предъявить в полиции. По словам Екатерины, мужчина с собакой, гулявший поблизости, сообщил молодой матери о том, что та женщина просто несносна. Неадекватка не выносит детей, их смех и плач. Екатерина после инцидента позвонила в полицию. Там ей пообещали перезвонить, но звонка она так и не дождалась. И потому в соцсетях женщина предупредила всех мамочек Тагила, чтобы те обходили стороной дом на Маркса 64. Кое-кто из знающих людей утверждал, что в наших словарях ни у Даля, ни у Ожегова не нашел значения слова «детоненавистник». Поверим на слово, что для России это по-прежнему аномалия, недостойная даже упоминания в мудрых книгах.